Распаковочка. Будем сегодня смотреть вот этот сорт гладиолусов. Рандомный. Будем сеять этот перец, Денис. Вот такие от семена Алтая. 5 штук за 178 рублей. Огурцы. Вот такой томат Оберон. Крупноплодный. Детерминантный. 5 штук. Мясистый такой. И оранжевый бык. Вот перцы будем сегодня сеять. 12 штук тут. Смотрим календарь. Огородника. Что у нас сегодня? 23. Сегодня красный день. Значит, сегодня мы не будем, да, сеять, получается. Цветы. А когда же нам сеять тогда? В марте, что ли? Нет, посеем сегодня. Да. Значит, помидоры лучше всего сеять с 12 марта. Вот календарь. На 24-й год. Значит, быстренько посмотрим. Так, судя из почищенной пачки, у нас получается, что здесь только белый гладиолус и традерхорн. Вот такого нету. Видите, они одинаковые. Или вот традерхорна, вот он один, а вот этих два. Кто должен был быть тут? Black Star, традерхорн, White Prosperity. White Prosperity больше всего попалось белых. 7,3 сделали. Луковицы хорошие, трипсов нет. Но я все равно их беру.